Школьное телевидение Серпухов признали лучшим школьным телепроектом в Подмосковье. Сегодня стали известны результаты регионального конкурса школьных СМИ «Крылатое слово», который был организован областным центром развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи. Кроме того, несколько репортажей получили награды в номинации «Лучший видеоматериал». Задача конкурса – поддержка патриотической журналистики среди обучающихся, выявление талантливых и активных представителей молодежи. Напомним, что проект «Школьное телевидение Серпухов» существует уже 4 года на базе Дома детства и юношества и нашей телекомпании. Руководитель проекта – шеф-редактор телеканала Олеся Акинфеева.